Shema, Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Шалом, друзья! А как вы относитесь к наказанию? Вспоминаете ли вы из своего детства, когда вам приходилось получать наказание от своих родителей? Какие у вас после этого впечатления? Какие у вас после этого мнения по поводу того, что с вами сделали? Справедливо, несправедливо? И как вы потом думаете воспитывать своих детей, наказывать их или нет? Ну вот вы вырастаете, вот у вас появляются свои дети. И рано или поздно наступает ситуация, когда любимое чадо совершает что-то такое, за что его следовало бы наказать. Это земные родители. А как насчет небесного Отца? Что вы думаете насчет наказания от Бога? Какие мысли приходят вам в голову? Какие, может быть, примеры из Библии, из Писания вы вспоминаете, когда речь идет о наказании от Бога? Возможно, первое, что приходит на ум, это изгнание Адама и Евы из Эдемского сада за их грехопадение, за их непослушание. Дети не послушались своего отца, и пришло наказание. Может быть, вспоминается история о первой попытке вхождение израильского народа в землю обетованную, о том, что их непослушание или, скорее, неверие привело к тому, что им пришлось еще 40 лет ходить по пустыне. Возможно, и многие другие моменты из Писания. Но давайте посмотрим, какое же все-таки самое большое наказание, которое может быть. Мы прочитаем из книги Нового Завета, из Брит Хадаша, послание к римлянам. Первая глава с 26 стиха. «Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Я бы хотел акцентировать ваше внимание именно на этом стихе, 28-м. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Что же это означает? Попробуйте забрать из теплого помещения источник тепла, и через какое-то время это помещение станет холодным. Попробуйте убрать из помещения источник света, и оно мгновенно станет темным. Попробуйте убрать из жизни человека Бога или закон, и этот человек станет безбожником и беззаконником. Вот такая простая логика. Кто-то сказал о том, что ад страшен не столько мучениями, сколько отсутствием самого Бога в этом месте. Если в жизни человека нет сдерживающих обстоятельств, если нету Божьих законов, если нету заповедей, о которых Бог сказал, что «я даю их вам для того, чтобы вы ими живы были», тогда человек переходит в зону повышенного риска, скажем так, когда он теряет любую защиту от Бога и попадает в полные мощные объятия этого греховного мира. Я вижу из Брит Хадаша, из Нового Завета, что самым большим наказанием от Бога есть отсутствие самого Бога, когда Он забирает свой закон из нашего
понимания, или когда, точнее, мы не позволяем Ему влиять на нашу жизнь светом своего, тогда, руководствуясь своим разумом, мы сами заходим в такие дебри наших человеческих попыток улучшить этот мир, что день за днем, год за годом, он становится все хуже и хуже. Вы, наверное, слышали такие фразы. Поправка к Конституции. Время от времени в определенных странах принимают подобные поправки к Конституции. Что это означает? Само слово «поправка» говорит о том, что нужно что-то исправить, сделать лучше. Но так ли это на самом деле? Чем больше таких поправок в настоящее время в нашем мире принимается, тем больше мы видим, как дальше человек уходит от Божьих принципов в морали, от его истины, к тому, что для самого человека кажется истиной, а на самом деле просто потакает его прихотям или похотям. Мне бы хотелось помолиться о том, чтобы наша жизнь была полна Бога, чтобы мы не были свободны от Бога, чтобы мы не были свободны от Его закона, иначе мы будем теми же безбожниками и беззаконниками. Отец Небесный, я прошу Тебя о том, чтобы жизнь каждого человека на этой земле, чтобы жизнь каждого человека, который понимает, что есть Создатель, или, может быть, не понимает, но все равно ищет, была наполнена Тобою. Отец, я молю Тебя, чтобы каждый человек в своей душе все больше и больше понимал Тебя, ощущал Тебя, признавал Тебя и был способен отдать свою жизнь Тебе для того, чтобы наполнить ее светом, наполнить ее теплом, наполнить ее любовью, наполнить самим Тобою, совокупностью совершенства. Пусть Бог благословит каждого, кто сейчас слышит эти слова. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.